продаются два туристических автобуса. Неоплан N122. Один белый, один зеленый. Мы сейчас делаем видео белого автобуса. Автобус двухэтажный. 72 места. Боковые решетки, радиаторы охлаждения. Двигатель Mercedes V8. Заменен радиатор, вставки радиатора. В хорошем состоянии. Компрессор, фильтры масляные. Крепление для заднего багажника. Вот и сам багажник. Алюминиевый багажник с алюминиевыми ручками, дублирующими стоп-сигналами. Две двери. Крепление. Здесь находится Лабаста, автономный отопитель. Автобус работает в Украине на заказ. Дверь пассажирская. У нас сиденье, лестница, мини-кухня. С бойлером для подогрева воды. Здесь имеется туалет. Водильник один, сиденье с полочками индивидуальными, столиками, подножками, без ремней. В некоторых сиденьях есть ремни. Это сиденье гида. Панель приборов. Холодильничком. Холодильник сделан в компании ТМ в Германии. Основным поставщиком комплектующих для автобусов Неоплан, Сетра, Мерседес.
Вот лампочки. Сейчас мы поднимемся на второй этаж. Здесь на лестнице есть люк для багажного отсека, для вещей. Вентиляционные решетки, подсветка ступенек. На втором этаже находится основной пассажирский салон. Отопление, радиаторы, подножки. Сиденье, это ручка, сдвигается в сторону друг от друга. Переднее сиденье. Панель второго этажа. Передняя. Телевизор. Люки автоматические. Полки для личных вещей. Компания «Илтур» когда-то брала в аренду этот автобус, поэтому она изготовила свои фирменные подголовники, и так они и остались. Заднее стекло. Отсюда виден багажник. Один стеклопакет немножко запотевший. Здесь шторки от солнца. Состояние. Автобус 97-го года. В хорошем рабочем состоянии. С родными мониторами типа кинескоп. Два монитора.